Друзья, всем привет, мы вновь на Чиском. Вот такой вот интересный персонаж у нас. Так, не буду я о нем ничего говорить. Так, ладно. Так, Е4 жестковато, наверное, да? Давайте пока Е3. Король H1. Ладья G1. Давайте ладья G5. Несколько вызывающие маневры. Так, что-то он хочет, да, c5 хочет провести. Хочет провести c5, да? Интересно. Интересно. Давайте фесс f1, фесс h3, куда-то туда хочу заглянуть. Да, c5 есть ход, но там есть свои плюсы и минусы. Нет, пока он туда не смотрит. Фесс h3. Так, f5. f5 ход есть. Нужен ли он пока? Давайте конь e2. Такой несколько искусственный ход. Но хочу пойти... Да, хочу пойти e4. Вот, хочу понапрягать. Хочу пойти e5. Так, f5 какой-то ход. Тоже довольно-таки интересный. На e в конь g3 могу пойти. Какая-то такая идея пришла в голову. Не знаю, она работает или нет. Будем проверять. Может, работает. Да, конь f5 грозит шах. На ферзь g5 все равно конь f5. Да, по виду просто ящик, да, на доске. Ферзь h6. Так, вот на ладья g8 надо подумать, я заканчиваю или нет. Ладья g3, например, да? Или даже ладья g4. Да, по-моему, я заканчиваю партию. Так, да, вот таким вот макаром. Хочу сейчас совсем пойти. F6, да? Чуть ли не единственное. F6, да. E6. E6, видимо, надо пойти. Е6 и на ферзь. Не, ну маленький мой. Где ты учился, я преподавал. Камон, булчонок. Сюда иди, ай, красота. На король h7, друзья. Последует ладья h4, мат. Да, вот такая вот партийка. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.